Менее двух недель остается до так называемых выборов президента России. Триединый день голосования стартует уже в следующую пятницу, 15 марта, и продлится вплоть до воскресенья, 17 марта, включительно. Эти перевыборы Путина отличаются от предыдущих несколькими деталями. Ну, во-первых, никто не скрывает, что это исключительно техническая процедура. Во-вторых, и именно поэтому избирателям предложат самый короткий бюллетень. Но вот серьезно, более малочисленных выборов не было с 2000 года, если не за всю историю современной России. Сам Владимир Путин традиционно не участвует в дебатах, а свою программу излагает в послании Федеральному собранию, пользуясь, между прочим, служебным положением. Официально агитроликов у него нет, поэтому в соцсетях появляются нейросетевые шедевры. Ну а что касается спарринг-партнеров Путина, то они также не ходоки по дебатам. Ну а если кто спросит, то выше, чем на второе место, они не претендуют. Но вот в отличие от основного кандидата, второстепенные хотя бы делают вид, что агитируют. Вот, например, ролик коммуниста Николая Харитонова. Сегодня на лондонской бирже нефть подорожала на 3%. Агитирование инфляции как никогда. Майские фьючерсы на газ упали ниже февраля. Доллар отрицательный рост. Рекордные прибыли. Рынок сам все отрегулирует. Мы эту болтовню выключим навсегда. Агитирование инфляции как никогда. Николай, ты куда? Куда-куда? На работу. В Кремль. Далее он добавляет, что идет не просто на работу, а идет в Кремль. Впрочем, в какую из башен Кремля, Харитонов не уточняет. Ну и далее по сюжету мы видим товарища Харитонова на Красной площади. Он смотрит в небо, будто пытается разглядеть беспилотник. А вот депутат-насильник Леонид Слуцкий, он, ничего не стесняясь, пытается выехать на посмертной славе Жириновского. Я уберу? Нет, оставьте. Дело Жириновского живет. Слуцкий, кандидат в президенты России. А вы, кстати, обратили внимание на девушку в этом ролике? Ну, хорошо, что Слуцкий все-таки ни на что не претендует на этих выборах. Но иначе одобрение харассмента и сексуализированного насилия стали бы его первыми законопроектами. Ну, кстати, посмотрите, какую агитацию крутят на «России-1». Гордый профиль, твердый взгляд, вьется русый волос. Девки все давать хотят Слуцкому свой голос. Сейчас далеко не у всех политиков есть яйца, у Слуцкого, слава богу, они есть. Поэтому я вам хотел показать. Поэтому, если хотите оставаться с яйцами, голосуйте за Слуцкого. Слуцкий девок не целует, говорит потом. Вот как выборы пройдут, так зацелуются. Ну да, какой я кандидат, такая и агитация. Если ваши глаза и уши уже просят пощады, то вот он, абсолютно безликий Владислав Дованков. Меня зовут Владислав Дованков. Я пришел в политику из обычной жизни, где люди хотят простых вещей – жить в достатке, быть счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Я иду на выборы президента, чтобы все мы жили достойно и свободно, в современной и мирной стране, жили любовью и любовью. Любопытно, что раньше он заигрывал с протестной аудиторией Бориса Надеждина, а свою кампанию вообще выполнил в том же фирменном стиле, в каком была представлена президентская кампания Алексея Навального в 17-18 годах. Не знаю, что это, своеобразное признание заслуг Алексея или просто плагиат, но по-настоящему важно совсем другое. Дело в том, что на этих псевдовыборах все-таки есть один отличный инструмент от Алексея Навального – «Полдень против Путина». Поговорим о нем с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько эффективной может оказаться как раз-таки технология такого голосования протестного, в первую очередь, сбора в рамках «Полдня против Путина»? Какое впечатление она может произвести на власть? Ну, на власть негативная, на протестников позитивная, на Запад, на Украину, на
колеблющихся, значит, конечно, это произведет сильное впечатление. Я думаю, что явка на эту акцию будет массовой, ну, хотя, конечно, вот эти две недели, которые остались до выборов, они будут решающими, то есть все зависит от того, насколько вот этот призыв оппозиции будет таким, знаете, призыв к этой акции будет единогласным. То есть очень-очень важно, чтобы это было как вот с Надеждином, ведь толчок вот к вот этой волне, которая поднялась, когда люди массово выстроились в очереди, чтобы сдать подписи на Надеждина, его дала, по сути, зарубежная оппозиция. То есть когда вот один, второй, третий, четвертый прям подряд получилось раз за разом, ваши коллеги, кстати, тоже в том числе, призывали сдавать подписи на Надеждина, и они вот именно сторонники, вот это ядро оппозиции, так сказать, сторонники тех, кто призывал, они первыми вышли, встали в эти очереди и создали эту волну, к которой уже потом присоединялись простые граждане. Смотрите, у людей, у них очень серьезный вот есть запрос на легальное участие в политике. Нелегально в ней участвовать, ну, то есть выходить и протестовать массово они опасаются, потому что атмосфера в стране, конечно, совсем не предполагает протеста. Но при этом, с другой стороны, ну, во-первых, есть полное, абсолютное, так сказать, отторжение того, что происходит, и есть понимание, что, ну, в следующий раз, если они сейчас ничего не сделают, в следующий раз у них этот шанс появится, может быть, не раньше, чем через 6 лет. То есть тогда вот это, если мы сейчас чего-то не сделаем, то нам придется все это терпеть, вот как мы предыдущие 2 года терпели, еще много лет. И, конечно, вот эта штука, которая не позволяет значительной части недовольных, ну, спокойно сидеть, так сказать, на диване. И поэтому эти люди, они ищут вот легальные формы политического участия. Почему вот все бросились в направлении Надеждина? Не потому, что вот, ну, они, так сказать, возлюбили Надеждина. Да нет, за месяц до этого им никакого дела до Надеждина вообще не было. Вот даже когда выдвигалась Дунцова, все эмоции были вложены в нее. Она казалась главным антисистемным кандидатом. И на Надеждина тогда, он как раз тогда же объявил о своем выдвижении, начал, значит, организовывать эту процедуру, там съезд у них прошел и так далее. Ну, в тот момент на него вообще никто не обращал внимания. Только после того, как Дунцову не допустили, вот люди, значит, у них опустились руки, да, а опускать руки не хочется, уже, ну, вот, есть желание что-то делать. Да, и они стали глядеть по сторонам и увидели, ба, так у нас же есть еще один антивоенный, антипутинский кандидат. И уже бросились в Надеждина, и буквально через несколько дней оказалось, что они Надеждина вот прям всю жизнь ждали, хотя, повторюсь, до этого им не было до него никакого дела. Почему так происходит? Именно потому, что с подписи на Надеждина сдавать – это безопасная форма протеста. То есть это же не есть какое-то антисистемное действие. В конце концов, Надеждин официальный кандидат, он сдал документы в ЦИК, первичную проверку прошел, ЦИК разрешил ему собирать подписи. А подписные листы, где люди подписываются, утвержден Центризбиркомом. То есть все в рамках законодательства. Да? Какие тут мы ко мне могут быть, так сказать, претензии? И вот почувствовав, что наконец-то у них появилась возможность легально участвовать в политике, люди туда вот ломанулись, так сказать, невзирая на лица, да, и Надеждин сойдет. Второй раз люди, вот мы это видели, вот эту же эмоцию, желание высказать свое отношение к происходящему на похоронах Навального. И тоже людей гнало на улицу как раз вот это ощущение, что, ну, в конце концов, я что такого, да, я иду отдать дань памяти погибшему. Я не то чтобы там с плакатом вышел там протестовать, то есть в чем, срок говоря, моя вина? У нас что, запрещено приходить на отпевание, приходить на кладбище? Нет, не запрещено. И вот это ощущение того, что это все-таки в пределах допустимого, значит, ну, позволило людям массово во всем этом участвовать. И полдень против Путина – это станет следующий этап, который безопасен. Ну, то есть ты можешь выразить недовольство происходящим, продемонстрировать, что ты против всего вот этого, против войны, против Путина, и при этом не нести за это никакой ответственности, потому что никаких ограничений, никаких запретов на голосование в 12 часов у нас нет. Правда, за эти 2 недели, что остались,
депутаты Госдумы, конечно, с них станется, так сказать, они могут принять быстренько закон, запрещающий голосовать в полдень последнего дня. Вот. Но если такого не сделают, то тогда, ну, у меня на лбу, так сказать, не написано, что я против Путина голосую. Может, я как раз сейчас собираюсь пойти и за него проголосовать. Ну, а то, что я тут в полдень в очереди стою, ну, так вот, как говорится, возьми меня за руки за 20. Ну, пришел, вот проснулся, позавтракал, да и пришел. В чем проблема-то, да? И в этом вот проблема властей. Ну, то есть акция, очевидно, антипутинская. Ну, опять зависит, повторюсь, если вот все лидеры протеста в эти две недели будут массово эту тему качать. Вот, потому что, ну, первично все вроде бы поддержали, но это вот, да, это то, что называется, надо to keep the ball rolling, то есть этот шар надо постоянно катить. Вот. И если это произойдет, то тогда все будут знать, что да, вот по призыву лидеров оппозиции ты приходишь в полдень, и если ты пришел в полдень, то ты тем самым демонстрируешь, что ты против Путина и против войны. И тогда люди, вот я повторюсь, поскольку у них есть желание выразить каким-то безопасным для себя способом вот твое несогласие с происходящим, очень сильное желание. И вот есть все основания предположить, что по своей массовости эта штука будет не менее, а даже, может, и более массовой, чем значит, подписи на Надеждина и значит, очереди на похороны Навального. Да, кстати, по поводу очередей, конечно, хотела сказать пару слов, что это было, безусловно, центральное по мере освещения событий в независимых медиа, в государственных об этом ничего не сказали, но, несмотря на это, действительно, люди по-прежнему продолжают идти, чтобы проститься с Алексеем, положить цветы. И в 1 марта мы все-таки увидели пару человек, это были бывшие кандидаты в президенты, пару известных относительно, да, людей. А помимо Евгения Ройзмана, он, наверное, был самым медийным на той процессии, мы увидели также Екатерину Дунцову и Бориса Надеждина. Они пришли 1 марта для того, чтобы проститься с Алексеем Навальным. Как вы думаете, Аббас, все-таки всем остальным, тому же Дованкову, который вроде как заигрывает с протестным потенциалом аудитории того же Надеждина и явно вдохновлялся кампанией Алексея, им не разрешили идти на эти похороны или в их случае работает самоцензура? Потому что я напомню, что в 2015-м, когда хоронили Бориса Немцова, то туда как раз-таки все еще приходили люди, достаточно высокие посты, занимающие в структурах российской власти. Ну и где они, как говорится, да? Помню, Чубайс пришел. Вот. И его пример другим – наука. Вот, поэтому, я думаю, никому нет необходимости специально там Дованкову это запрещать. Он потому там и подвязается, так сказать, пребывает, да, что он хорошо чувствует конъюнктуру. И если в конце декабря, в начале января, когда собирались подписи за Надеждина, и Дованков пришел эту подпись, сдал за него, в тот момент ситуация казалась еще такой достаточно травоядной, Навальный еще был жив, Надеждина допустили до сбора подписей, не запретили. Вот, поэтому в тот момент, ну, он еще хотел заигрывать с этим протестным электоратом. То, что он делает сейчас, но никоим образом не демонстрирует его желание это делать, даже скорее наоборот. И, значит, мне кажется, что, ну, та реклама, которую я вижу, я сегодня у себя перепост в Фейсбуке делал, в Телеграм-канале, значит, где он явно так, играя желваками, так сказать, ну, в этой вот стилистике такой медведевской, значит, там, антимигрантскую тему качает. Ну, в нынешней ситуации там такие формулировки, что, в принципе, это же относится и к... Либералы могут прочитать это по отношению к себе. То есть, ну, вроде как против миграции выступают. Ну, повторюсь, на самом деле, это в нынешней ситуации, если ты заигрываешь с либеральным электоратом, на него рассчитываешь, ну, ты точно не будешь такую рекламу запускать, чтобы не отпугивать этот электорат. Тем не менее, он запускает эту рекламу, отпугивающую этот самый либеральный электорат. Почему? Я думаю, потому что после того, как Навальный был убит, но там воцарила такая атмосфера страха, что он сейчас, ну, просто вот всеми силами, там, если до этого он думал о результате, там, да, месяц назад, пытался там заигрывать вот с протестным избирателем, дескать, сейчас вот Надеждина не зарегистрирует, а я-то зарегистрирован уже. И, соответственно, вот все, кто за Надеждина был, значит, бросятся ко мне. И
Сейчас он уже об этом не думает. То есть он, вот, судя по вот этой рекламе, которую я увидел, он всеми, так сказать, фибрами души пытается послать силовикам сигнал, что, ребята, я свой там, не подумайте случайно, что я, значит, вот это из них. Да? И мне на самом деле его даже и обвинять не очень хочется, потому что, ну, никто из нас, так сказать, я не самоубийца, да, мне хорошо там из безопасного Израиля рассуждать, а значит, он там, и значит, и это все прямо вот рядом происходит, да, вот, допустим, сегодня Миронов, например, уже там разразился, значит, заявлением о том, что Дованков там, значит, не одобряет ИСВО, хотя, на самом деле, Дованков против ИСВО вообще ничего не говорил, а вот, а 2 года назад он голосовал за ИСВО вместе со всеми этими своими новыми людьми. А, вот, то есть его позиция такая, формально она за ИСВО, ну да, он в рекламе эту тему не качает. А вот, и Миронов уже считает, что этого достаточно для того, чтобы обвинить его, значит, в нелояльности и как минимум снять его с выборов. Вот. И, соответственно, ну, Миронов заявил, это, значит, ну, как говорят, устами младенца глаголит истина. Значит, кто-то, может быть, эту мысль там, условный Патрушев там или Громов, вложили уже в уста Миронова, да, или Миронов сам впереди паровоза бежит, зная, он же тоже хороший конъюнктурщик, тот еще, в общем-то. И вот он пытается, вот, так сказать, предугадать движение мысли начальства, и вот Дованков уже не может исключить, что реально, значит, сейчас его, значит, снимут, условно говоря, за это все, да, а потом, ну, то есть, если будет зафиксирована вот эта вот история с тем, что он предатель, и из этого был сделан организационный вывод, его сняли с выборов, ну, так реально на следующем витке тебе это все припомнят и уже посадят. Он сейчас в нынешней обстановке не может этого исключить. А, вот. И, собственно, ну, так логика репрессий, да, вот вспомните 30-е годы, ну, так же и происходило, да. То, чем ты, значит, мог гордиться в начале 20-х, ты гарантированно за это садился там в середине 30-х. Вот. И то есть плюс превращался в минус. И в этом смысле вот это заигрывание с либеральным электоратом, о котором вы меня спросили, да, это становится в новых условиях тягчайшим вообще преступлением. Понимаете? И поэтому я думаю, сейчас Дованков такой вот чур меня, там, да, так сказать. Не дай бог, то есть, мне кажется, сейчас реально оппозиционеры могут его посадить, если вот сейчас призовут так же в новых условиях, вот как они призывали своих сторонников ставить подписи за Надеждина, если сейчас, значит, призовут, вот если вы, там, знаю, команда Навального, значит, не знаю, Ходорковский, там, Кац, призовут своих сторонников голосовать за Дованкова, скажут, это наш кандидат, там, антивоенный кандидат. Все, вот это точно гарантированно, да, они добьются посадки Дованкова. Ну, то есть судьба Дованкова сейчас, на самом деле, уже не в его руках. Вот, и это в нынешней ситуации, в общем-то, кошмар. Вот как-то так у нас компания. Давайте поговорим тогда напоследок о как раз-таки протестном голосовании, поскольку сам Алексей, когда презентовал эту акцию «Полдень против Путина», он призывал голосовать против Владимира Путина. Но, как мы понимаем, это голосование может быть самым разнообразным. Можно голосовать действительно за кого-то из кандидатов, и тут я не рискну рекомендовать кого-то из трех, либо можно испортить бюллетень. И тут я отмечу для наших зрителей, что для этого необходимо как минимум в двух клеточках поставить какие-либо символы. Что вы порекомендуете в данном случае, как бы вы поступили? Ну, смотрите, голосование за любого другого кандидата в ситуации, поскольку эти все кандидаты за СВО, да, они сейчас эту тему не педалируют, потому что она мега непопулярная, но, в принципе, на первоначальном этапе они все проголосовали за СВО в Госдуме. И это все, это же думские кандидаты. Значит, поэтому все голоса против них обязательно будут проинтерпретированы кремлевской пропагандой, как и голоса тоже за СВО. Ну, то есть это точно не антивоенные голоса. Даже не сомневайтесь, что Соловьев именно так, и Симонян, и все они будут именно так интерпретировать. Поэтому если избиратель хочет послать сигнал, что он против войны, да, то ни один из этих четырех кандидатов для этого не подходит. Для этого подходил Надеждин, но его нет в бюллетене. Для этого подходила Дунцова, ее тоже нет в бюллетене. Вот, поэтому голосование против всех, конечно, остается единственным вариантом
значит, да, проставить крестики, как минимум в двух, да, можно во всех четырех, так сказать, что вот крест на каждом из них, да, квадратики обязательно надо. И потом можно написать имя своего кандидата. Писать имя Навальный, я думаю, многие побоятся, потому что, ну, он был обвиняемый в экстремизме, и, как показали судебные решения вот в эти дни принимаемые, да, по поводу задержанных, которые на похороны, ну, или, вернее, в регионах к мемориалам шли, да, Навального. А сама фамилия Навального уже интерпретируется как призыв, так сказать, к экстремизму. Ну, то есть ты произносишь фамилию Навального, если ты написал ее в бюллетене, они могут это проинтерпретировать как призыв к экстремизму. Поэтому можно вписывать, теперь у Алексея есть правопреемник, как сказать, Юлия Навальная, она пока еще не считается экстремистом, поэтому вписывать ее в бюллетень, это, ну, это ненаказуемо. Вот. На самом деле, конечно, гораздо более эффективно с политтехнологической точки зрения будет, если это все не просто, так сказать, проставить галочки, писать там, например, за Юлию Навальную, или там за Надеждина, я не знаю, написать, да, а вот вложить и бросить в урну, значит, это лучше, чем ничего, но на самом деле, конечно, гораздо более эффективно будет, если все это сфотографировать там и выложить в социальные сети, потому что ведь и будет борьба с, ну, интерпретацией, да, за кого проголосовал народ. Панфиловой, понятно, ну, тому, что она будет говорить, грош цена. Там, ей никто не верит, даже лоялисты. Но, значит, все равно вопрос будет о том, ну, там, большинство за кого. Да? Ну, то есть 90% за Путина, конечно, не поверит никто, но большинство-то за кого. Вот, и будет борьба за это, да, и вот и цифрам Центризбиркома можно будет противопоставить, ну, только картинку. Во-первых, картинка людей, стоящих повсеместно в очередях, акция «Полдень против Путина», да, и если будет много в сети бюллетеней, там, значит, за Юлию Навальную, за Надеждина, против всех кандидатов, да, то это тоже будет картинка, которая убедит всех, что, значит, грош цена официальному результату. Мы еще встретимся с вами, безусловно, обсудим. У нас на связи был политолог Аббас Галямов. Спасибо, Аббас. Сами выборы в больших городах очевидно, пытаются скрыть. А вот как выглядит, например, наружная реклама в Санкт-Петербурге. Ну, довольно безлико, согласитесь. А вот настоящих пацанов зазывают фрагментами из нашумевшего сериала, саундтрек из которого довольно коряво переделали под выборы. Пацаны! Здесь пусть каждый сам решает, как быть. В оригинале песня группы «Айгел» звучит на татарском и вообще-то посвящена любви, ну, вернее, чувствам, которые сопровождают ее утрату. Это те самые чувства, которые испытывают многие россияне после того, как кандидат в президенты России Владимир Путин убил Алексея Навального. Многие люди и сегодня приносят цветы на Борисовское кладбище, чтобы проститься с Алексеем. Через 2 недели, в следующее воскресенье, 17 марта, приходите в 12 часов на избирательный участок. Это была последняя просьба Алексея ко всем нам.